Так, приобрел порошок Дося, вот кило 200. А те размеры, что там указаны. Значит, проэкспериментировал. У меня разные есть захваты. Есть вот такие с присосками. Те, что мы с вами пробовали уже, да. Вот такой захват для как раз захвата полиэтилена. У этого захвата меняется сама насадка, то есть она может быть разной формы. Ну, это из поролона. Вот. И есть вот такой захват, только он, конечно, большой, не под эту упаковку, да. Вот. Но скажу так, что в данном случае лучше захватывают вот эти присоски. Они становятся вот так. Лучше, конечно, когда будет третья здесь присоска, да. И ими можно захватывать между швов. То есть три присоски здесь, три присоски здесь. Они будут очень хорошо брать, поднимать захват, поскольку, в принципе, упаковка не плотная. И она провисает очень хорошо и получается вот такой вот из них. Вот. Протестировал вот этим захватом. Вот видите, на упаковке оставляет следы, и со временем, видите, вот это вот стирание происходит, краски, нанесенные на сам полиэтилен. Вот этот захват тоже был неплохой, но сами вот эти резиночки немножко заминают, и не очень корректно себя ведет этот захват. Лучше бы, конечно, было, если бы вот этот захват, просто он в меньшей форме для вот этой упаковки был бы. Я сейчас примерно покажу, как он работает на вот этом образце. Вот, покажу, как оно работает. Просто поролон вот этот не дает слазить краски. Он мягче захватывает и не оставляет следов. Вот когда с таким поролоном. Или на присосках. Но в данном случае, где я сделал соединение с эжектором, вот это вот соединение, оно крадет производительность самого эжектора. И захват происходит не очень корректно. У нас есть вот такой захват, только без поролона, а по центру стоят вот так присоски. По одной присоске, да. И было бы эффективнее, если бы вот оно захватывает, да, происходит захват. И вот здесь присоски 3 штуки. Они вот будут захватывать, поскольку здесь получается общая внутренность. Здесь вакуум распределяется равномерно. И на присоске происходит равномерно захват и соединение. То есть производительность не теряется, а улучшается. Тем более в них можно поставить обратные клапана, увеличив тем самым длину захвата, да. То есть если вдруг какие-то присоски не попадают в данном случае на упаковку, ну то есть если сделать ее более универсальным, упаковка разная становится, да. И присоски, которые не попадают на упаковку, в них обратный клапан закрывает отверстие проходное, тем самым внутри создается вакуумное разрежение и происходит захват. Это сделает более универсальным этот захват. Я сейчас продемонстрирую на присосках, как это происходит, и потом еще покажу на вот этом захвате. Все, сейчас показываю. Значит, вот. Две присоски поднимают, держат. Но держат они, получается, слабо. Получается, что слабо они его держат. На кило 200 двух присосок не хватает. Мы в основном используем на полкило для хорошей скорости. У нас стоит 4 присоски. Здесь же должно минимум 6 быть присосок, и эжектор должен быть большой, вот такой, как здесь MIDI. Но лучше использовать вот эти захваты, в котором будет стоять по 3 присоски в ряд, и в них уже находится эжектор. Будет распределение правильно, и захват будет плотнее. Ну и сейчас... сейчас показать еще секундочку.
Сейчас, секунду. Сейчас покажу вот этот еще захват и все. То есть как будет работать больше. То есть вот он ее захватывает и держит. Он что-то